Добрый вечер, великая, большая, красивая страна. Моя Лера Кудрявцева вернулась сюда, в самый выдающийся торгово-развлекательный комплекс «Вегас». Это партийная зона, канал Муз-ТВ. Открывают прямой эфир партийной зоны молодые музыканты из группы «Бельсуона». Эмоции новичков буквально вырываются наружу. Очень круто. Пока ведущие ждут своих гостей, на сцене звезды работают вживую. Прямой эфир качает не только зрителей, но даже опытные артисты от волнительных ощущений забывают тексты своих песен. За том, когда начало мира был Богом наш. Эй, вы где? Ну, рискнул, попытался исполнить это все живьем. Забыл третий куплет первой песни. Было все очень круто. Я очень люблю такие фишки. В платье ангела на музыкальное шоу приезжает певица Таня Терешина. Этот наряд она недавно представила в своем клипе на песню «Жизнь за одну ночь». Прожить целую жизнь за одну ночь. А уже сейчас сексуально порхает в нем на сцене. После новогоднее первое мое телевизионное выступление, поэтому мне вообще заново приятно и прекрасно. Ведущая вечера, как всегда, очаровательная Лера Кудрявцева признается. Партийная зона когда-то открыла ей дорогу в большой шоу-бизнес. Пока Иванушки раздавали автографы, я у Рыжего украла очки. Правда, они мне большие, придется отдать. С партийной зоны я когда-то начинала работать вообще на телевидении в 96-м году вместе с Сатаром Кушнашвили и Гошей Луценко. Это моя одна из любимых программ. В любимой программе Леры свои песни в этот вечер исполняет и певица Ирина Дубцова. В ярко-красном наряде, словно голливудская звезда, дива покоряет сердца публики. Я буду прощать тебя под лица. Подпевают, что еще для меня, как для автора, может быть вообще круче и прекраснее. Я получил удовольствие. Партийная зона на Муз-ТВ, как всегда, оставляет всех зрителей счастливыми. Ведь каждый смог увидеть своего кумира вживую и попал на концерт абсолютно бесплатно. Очень нравится, да. Просто круто, супер! Партийная зона, огонь! Вы очень крутые, жгите дальше, приз. Смотрите партийную зону в прямом эфире, приезжайте к нам. У нас классно, весело, самые лучшие артисты, самые яркие звезды. Ну и, конечно, я и Атар Кушнашвили. Владимир Стражук, Мария Миногарова и Стас Шляпников. Про новости.